Что, да, у тебя там еще контракт. Все, давай, втроем. Давай втроем. Больше никого не надо нам. Как три этих вот, как вот. Как три мушкетера, вот. О, или как три. А три танкиста, о. И собака, или как там было? Не, как трое лодки без собаки. Без собаки, да, да. Как три просто, как три красавчика. Как три сапога пара. Вот так. Три сапога пара. Как три тополя на плющихах. Три тополя. Наклейку примерно так же наклеил, как я паркуюсь. Вот здесь не надо мусорить. Вот там можно. В Дагестане, я вам скажу так, ну, что там, взорвали, убили, а в общем, все, от души все нормально. Живем прекрасно. Скоро пляжный сезон. Вот. Пляжный сезон. Все спокойно, приезжайте к нам в гости. Да? Да, спасибо. Я не вам серьезно говорю. Да не, лучше вы к нам. Что у тебя нового, кстати? Ставрополь. У меня нового? Да. Я вам скажу, у меня хорошие друзья есть. Подарили, в общем, Хасавюрте участок. О-о-о. Ближе, как сказать, к вам, да, да вот сейчас? Да, чуть ближе. Что, хороший участок? Скоро в Хасавюрте, потом в Грозном, потом и вот так, короче, по участкам там я, короче. А что участок, где? Участок, хорошо. У меня там, короче, земля, потом вот так идет, и вот здесь дали, короче. Вот так, вот, на обрыве, что ли? На обрыве, ну, земля, там обрыв идет, и вот здесь дали мне участок. Вот. Товарищи, друзья, конечно же, хотелось бы в первую очередь сказать... Подожди, сначала вопрос. Я же что и говорю. Наша адекватная Россия партия хочет сказать, я слушаю вас. Будьте добры, у кого есть телефоны, снимайте, пожалуйста. Как повлияет индексация пенсионных накоплений на внешний валовый продукт в период инфляции в ближайший экономический квартал? Спасибо. Мы вам что-нибудь плохого сделали? Наша партия адекватная. Мы никогда в стороне не оставим кусок хлеба. Вот, поэтому, лишь бы мы или вас. В общем, хочется сказать, что голосуйте, когда вы голосуете, машина останавливается. Остановите машину и поедем вместе. Ну, может, отрывок. Можешь сказку рассказать? «Война и мир» есть с собой? Да, действительно, сказку можете. Значит, красная шляпочка вышла, короче, она из дома. И матушка ей говорит, эй, сойди-ка. Ты куда, мол, вышла, короче, оденься. Во-первых, да. Вот тебе, короче, она дает мне чемодан с пирожками. Чемодан. Бабушке отнеси, говорит. Она такая хапнула и идет. Один момент она идет, короче. Раз, второй момент, раз, остановилась. Теперь раз, она третий момент опять идет, короче, и навстречу ей волк. Прикинь, волчара. Такой. Вот здесь между когтями, такой, а здесь телефон крутит. Видишь? Одна такая... Золотой зуб. Здесь. Один золотой зуб, здесь зубочистка, короче. До этого, знаешь, вот. Не особо так на нее нападает, но уже похавал, уже все такое. Не особо похавал. Не особо нападает. Красная шляпа. На будущее. Да, да, на будущее. Да, там, знаешь, там, красная шляпочка, что ты, куда ты, короче? Есть такие глаза, ты же делает он. Вот так, знаешь, смотрит. Ну, один она косит говорит, у него. Ну, она вот так, видишь, на нее так, раз отсюда, короче, справа-слева смотрит на нее. Она говорит, вай, волк, туда-сюда, короче, не обессудь, время нету, короче, часы смотрит, на хате забыла. Смотрит просто, короче, на руку, якобы на часы смотрит. Пытается обмануть, короче, волка, жесть, так, типа, на часы смотрит она, может, сгреет, а у него там раз часы, два часа у него, жизнь у волка. Когда там... Торгует ты сам. До этого, наверное, там кого-то хлопнул. Короче, суть в чем? До этого хлопнул. Он мне говорит, эй, отсюда не иди, говорит. Погибшего лося снял. Отсюда не иди, здесь суета, дебри. Видишь, я читаю, да? Суета, дебри, говорит. Иди отсюда, говорит, вот так вот. Короткая дорога есть. Такая тропинка вообще короткая бывает. Вот такая короткая дорога была. И сама, мол, короткая, ты поместишься. Такая короткая, да. И она, короче, раз, опа, короче, звонок.
И оттуда там, кто? Это бабушка там. Бабушка? Она не знала, что бабушка. Кто говорит? А оттуда? Там играет. Ага. Голос такой. Она говорит, это я, говорит, красная шляпочка, твоя, короче, внучечка там, туда-сюда, короче, двери открой. Она говорит, дверей нету, дура, заходи, говорит. Дверей не было, прикинь. Она заходит, чемодан, на, короче, туда-сюда, вот бабуля там принесла пирожки, остинские пироги там. Шинкал, мясо, короче, там столько суеты. Три там, пирога. Вот это, короче, вязальная тема, вот это тоже, спицы в нитки. Свитер огромный. Сзади. Она говорит, бабуля, что у тебя такие большие уши, говорит. А смотрит, короче, а там оказывается не бабуля, а волчара успел, короче, раньше, жесть, вот. Он сказал, короткая дорога, а здесь еще короче была. Он про эту короткую не сказал, она пошла по короткой, он еще покороче пошел, раз зашел бабуле, харт! Раз, короче, красная шляпочка такая, бай, шляпочка такая, смотрит, говорит, бабуля, что у тебя такие большие уши? Она говорит, сережки, говорит, у меня просто... Тяжелые, говорит. Оттянуло. А губы почему у тебя такие большие, да? Губы, говорит, что такие большие? Она говорит, сейчас у всех большие, говорит, я тоже решил, говорит, большие сделать. А еще меня пчелы покусали, да? Да, да, вот, ты читал это? Ты тоже дочке рассказываешь эту сказку? А в это время бабуля сидит, короче, там в желудке, думает, не понимаешь, какой-то... Что-то слышит такое, видишь? Родное, да, такое, внучное. Кто-то пришел. Телефон включает, что, где, свет. Раз, там, зэт, пырь, там, важно. Хотела сделать, не получилось. Она подстригла до этого ногти. Она хотела салон. В салоне была. Не получилось, короче. И тут дровосеки. Охотники это были. Охотники же, нет? А там дровосеки. Охотники, дровосеки. Так они охотники. Они такие раз. Дровосеки. Диалог слышат какой-то такой, знаешь, вот какой-то вот... Животный, напряженный. Непонятный, короче, да, там, ближе, дальше, да, можно такое. Раз заходит, опа-на, смотрят, короче, волчара, они-то его сразу знали. Старый клиент, типа? Старый, да, они же за ним, было время, короче. Наручники одевали, а он там, зубочистка, помнишь, у него зубочистка вот эта, она же там, и ключ, и замок, и все, он раз там отцепил. Они, короче, волчара, иди сюда, на нож, значит, раз спаривают его, а у него, знаешь что, оказывается, здесь замок был. Там, оказывается, без крови все просто расстегнули ему. И бабка вышла. И там бабка вышла, короче, там. Мое счастье, несчастье, короче, все вместе похавали все, что принесли. И, короче, потом все начали смотреть, короче, вот этот... Триколор, ЧКДРК, 24 студии. Наша передача? Да, да, да. Так а мораль какая в сказке? Мораль такая, короче. Не надо, девочки, поздно по лесу гулять. О, браво. Это отличная сказка. Теперь ты будешь всегда нам рассказывать сказки. Мне понравилось. А про Колобка я в следующий раз расскажу, который был брат Квадробок. Квадробок. Не знаю, что... Я серьезно говорю. Немногие знают, что у Колобка был двоюродный брат Квадробок. У него с углами там проблемы были. Ну ладно. Короче, кататься неудобно было. Да? Врожденная. Он, знаешь, как, врожденная травма. Падал каждый раз. Танк. Просят, чтобы ты продолжил свою рубрику «Сказка от Юсупа». Давай, вот. Юска, вот это. Была? Была? Мертвая царевна. Давай другую что-нибудь. Давай другую. Давай, пожалуйста. Про что? Сказка про курочку рябу, давай. О, курочку рябу, помнишь? А, курочка ряба же. Короче, снесла как-то курица. На золотом Porsche Cayenne остановку. Ну, не простую остановку, а многолюдную. Многолюдную. И начали, короче, к ней стучаться. Там били, хотели открыть, короче, здесь, там не получается. Там раз подошли, короче, эти начали бить, там не получается. Раз там
всякие бабушки, всякие люди бьют, 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 не получается. Потом UFC-шники приехали, били, били, короче, не разбили, короче, потом били, били, тили, жесть, да, били, били, дили. А? Эти три брата. Племянники Макдака, скажу, Макдака. Они, короче, пришли, били, короче, бил, бил. Не разбил, короче. Вилли тоже бил, не разбил. Дилли бил, не разбил. Дилли бил, как обзывательство. Да. Короче, никто не мог разбить. Потом подъезжает этот, короче. ФСБшник подъезжает. Корочкой так махнул, короче. И так стекло, короче, отпустилось. Пускай, короче. Она вышла, короче, там начали плакать, там бабушки, дедушки, там что-то, что-то, короче. Остановка там, хиппи, да? Да, ее забирают, короче, эту курицу, короче. Она говорит, бабушка, дедушка, не плачьте, говорит, там, Вайж, я вам, говорит, снесу, говорит, новую остановку, говорит, здесь, там. Не простую, а конечную, говорит, здесь, чтобы там вообще все собирались, короче. А это же, они же когда били, она же бронебойная, бронебойная, говорю, бронированная. Забронированная. Забронированная, да. Вот эта Porsche Cayenne был, короче, у нее. Такая курица неплохая, короче, такая. Вот. Ну, так вот, короче, есть вот. Порешали? Чем закончилось? Че, она сказала, не плачьте, говорит, все нормально, короче, ему, короче, я, говорит, там... Мораль. Мораль такая, сказка. Не плачь, бабушка, не плачь, не дедушка. Плачь, дедушка. Я снесу вам новую остановку. Ну, я снесу вам снесу новую остановку, чтобы люди могли, да, что, не все золото, то, что блестит, то, что... Все, он выключился. Он выключился. Это была вся сказка, я понимаю. Спасибо, это была сказка от Юсупа Амарова. Хороший был человек. Там точно имя? Может, там что-то нарисовано? Там, братан, там эпоха. Вам видно было, да, уже все видели? Нарисовано, говорит. Давай, Юсуп. Чома, ты это видел? Вопросы. Поехали. Вопросы. Давай. Там номер телефона? Нет. Ну, нет. Солнце? Нет. Ну, мама его так называла в детстве. Солнце. У тебя не факт, не факт. Значит, мужчина получается, да? Я что-то натворил, что ли? Ты напортачил. Так напортачил, что люди по сей день помнят. Прям накосячил даже. Прям, да, прям накосячил. Подожди, я эфир сорвал? Я тебе скажу, лет на 5 ты его сорвал. Когда начал отращивать усики, вот тогда проблемы начались. Подожди, Элькюль Пуаро, что ли? Нет. Нет. Он россиянец? Нет, он хотел им стать. Он хотел, но не получилось. Он хотел гражданство. Как града, гражданство хотел он. Но ему не дали. Подожди, подожди, кому не дали? Ну как, ему дали, но не гражданство. Короче, это дело в прошлом. Да. Ну, до сих пор помним, я бы даже так. Я бы даже сказал, помним. И помним. И празднуем. И празднуем. Да. Он бородатый? Нет. Я тебе могу сказать, что... Он усатый? Он немного бородатый. Ну как усатый? Своего... Уситый, я бы даже так сказал. Уситый? Усиколатый. Нет, нет. Нет, я сейчас скажу такую одну вещь. Он усатый был в апреле 45-го. Он прям усатый был. Понимаете, о чем я говорю? Ева Браун, его жинка. Да, да. Ева Браун, его, его жинка. Да, да, его жинка. Все правильно. Все правильно. Давай, Мурик, пошел. Сказка хотят от сказку. Юсупа Амарова. Это надо... Спасибо. Так, про что? Про кого? Про как, что? Что про кого? Яму. Хочешь, я тебе дам? Знаешь, давай. Помнишь сказку? Про кого? Сказка про золотую рыбку. Золотая рыбка. Да, закинул дед Невод. Вот ну, хорошо. Давай. Короче, высоко-высоко в море, около моря, рядом домик был, избушка. Старая такая, бывает.
Жил-был дед с бабкой. Короче, бабка постоянно его напрягала. И говорит ему, иди-ка, короче, говорит, в сторону моря. Напрягала. В общем, закидывает дед как-то 100 рублей на единицу. Короче, дед взял пакет, закидывает пакет. Закидывает пакет в море. Тянет, потянет, вытянуть не может. Пакет наполнился водой, вытянуть не может. Ну, 5 килограмм. Оставил он его там. Пакет большой, BMW. Потом думаю, что делать? Вспомнил, что он когда-то, короче, на базар ходил, такая сетчатая сумка была, там картошку там покупали. Авоська. Авоська. Авоська и авось. Брат, сестра, авоська и авоська. Короче, зацепил эту сетку. Так. Как она называлась? Авоська. Неват, неват. Неват. Невод. Невод. Да. Ну, невод. А, как, ну да. Через это... ебуку. Да. Короче, закинул, и там такой музон. Море, море. У него... В наушниках у него плеер же. Антонов играет. В наушниках у него стоит Антонов. И он, короче, наматывает сетку. Раз смотрит, глазам не верит своим, да? Блестит, короче. Он думал сначала кольцо золотое, потом смотрит... Обыкновенная рыба. Глаза такие, знаешь, на него смотрят и что-то сказать хотят. Говорят глазами. Он ее расхапнул, короче, вот так. Она такая... Говорит... Отпусти, говорит. По-братски. По-братски. Он отпускает голову, рыба, она такая... Рыба до этого в Лефортово была. Она... Отпусти, говорит, по-братски. Что стало вообще? Отпусти, говорит, я, говорит, любые три желания, говорит, твои исполню. Хорошо, говорит, я, говорит, хочу, говорит, мол, виллу, Феррари, миллион долларов. Это раз. Короче, она, говорит, мол, я, говорит, одно желание, говорит, исполняю твое. Так. Он, говорит, хочу, говорит, мол, короче, хату. В центре Москвы. Ну ладно, говорит, он не отпускает, идет, смотрит. Такая хата, короче, там девятиэтажка, короче. И начал квартиры сдавать всем. В Гродном Сити ему хата достала. Один этаж оставил, бабка такая говорит, ты че, говорит, мол, где ты был? Че за, мол, че за кое, мол? Че, а он риэлтором. Давай, говорит, мол, он рассказал, вот так, мол, короче, золотую руку поймал, говорит, отпустил, он говорит, возвращайся и давай, говорит, обратно. Хочу, говорит, этот, любое желание. Даунтаун большой. Даунтаун, говорит. Он раз опять, короче, закидывает сетку, раз вытягивает ее, смотрит, а там золотая рыбка. Прикинь. Такая, ты когда рыбку видел, Роберт Де Ниро, рыбку? Ты пришел к морю, чтобы меня вытащить. Короче, я, слушай, там, короче, бабка мне вот так, короче, говорит, таун-таун, говорит, здесь хочу я. Даунтаун. Что это вообще? Даунтаун. Она говорит, ладно, я исполню, говорит, я не знаю, что это, но эта вещь будет у тебя. Ништяк отпускает, проходит он, смотрит, даунтаун. Как он выглядит, лицо? В общем, и бабка говорит, ты чё, говорит, мол, короче, есть... Чё за даунтаун? На меня посмотри, говорит, и на себя посмотри. Где, говорит, дай просто эти моменты, говорит, все, говорит, пусть там бают шлёпанцы там. На лице? Шлёпанцы на лице? Там, короче, марафет, короче, сделай там потяжку, не потяжку, короче, есть эти моменты, короче, ну, мол. Он говорит, ладно, это бабка просит. Да, да, былую молодость, говорит. Ничего себе. И дед, короче, раз пошел, короче, опять третий раз уже, или четвертый раз, по-моему, он пошел туда. Восьмой раз, потому что до этого он не смог поймать. Кажется, там суббота, воскресенье, выходные были, короче. Короче, он ее вылавливает и говорит, слушай, там, говорит, бабка, короче, вот так, говорит. Что-то, говорит, напрягает, морщины висят, там, тырим, тырим. Ну, факт, чем закончилась вся сказка, да. И что? Мораль, знаешь, какая? Не надо понтоваться.
Довольствуйся, браво. Довольствуйся тем, то, что у тебя есть. Музи! Только хоть какая-то живая нота появилась. Давайте перейдем к региональным новостям. Итак, региональные новости. Мурат, начинай региональные новости. Мне кажется, тебе либо танцевать надо раньше начинать выходить, а то ты, у тебя очень много времени вот на подготовку уходит, ты причесываешься. Если он еще раз включил, там, вот еще раз, если он включил бы, я бы вот без этого... Включи еще раз, пожалуйста. Я специально не включаю. Давай региональные новости. Давай, давай, да. Региональные новости. Нашу передачу мы хотели закончить вопросами от наших зрителей. Если у наших зрителей есть вопросы, мы бы ответили в качестве в разминке, как вот, знаете, дается 30 секунд, и мы ответили бы на любой вопрос, постарались бы, по крайней мере. Остроумно. Непосредственно вопрос Юсупа Омарова, так как он представляет Республику Дагестан. Пойдем. Так, мы поехали. Да, Юсуп, как ты считаешь? Кто это? Салам алейкум. Ой-салам. Да, так как ты представляешь Республику Дагестан, непосредственно к тебе вопрос. А? Как ты думаешь, дадут ли Хабибу Нурмагомедову титульный бой? Да. С Юсупом Омаровым? С Конором Макгрегором. Давайте ответим смешно, ребят, пока. От Юсупа вопрос. Не, если честно, дадут. Я вчера разговаривал сам с собой. Рассуждал. Все, давайте следующий. Я буду оригинальным, ага, и задам вопрос Юсупу. Во. Я тебе сколько раз говорил, родственников с собой не таскай сюда, братский. Че, думаешь, у нас нету родственников? Я давай. Хотел бы узнать. Является ли абелярным твой материализм диалектического мышления? Вот этот вопрос. Давай, братан, удачи. Должен был зачем? Как? Кто? Я не понял, я три слова услышал. Мне показалось, он ругался. Абеляр? Не повторяй. Не, ну это не, то... Абеляр, говорит, играешь ты, говорит, он мне говорит. Абеляр. Абеляр здесь? Мне кажется, это то, о чем ты сам с собой говоришь. Это вот. На вот этом языке, мне кажется. Повторите, пожалуйста, вопрос. Да-да-да. Еще раз повторю. Это чтоб тебя помучить исключительно. Да, я с удовольствием. Является абелярным материализм диалектического мышления твоего лично? А можно к тебе вопрос встречный? Ты можешь на понятном языке, вот, своими словами сейчас этот вопрос задать? Что здесь умничаешь? Я вот это хотел сказать. Короче, братишка, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Так. Ты вступаешь в неравный бой. Заранее проигранный. Не-не-не, я слушаю вопрос, алло. Вот это, смотри сюда, алло, смотри. Да. Эй, вот видишь, да, ты вот это, меня видишь? А, все. Вот, я хотел тебе сказать, здесь, вот это ты, который ты. Так. Вот всегда он... Постоянно бывает вот здесь, бывает же. Так. Я говорю, я вот смотрю здесь и думаю, что это в натуре бывает же. И ага. Вот так не должно быть. Все, я понял ваш вопрос. Вот все. Значит так. Мне кажется, только вы друг друга понимаете. Сейчас, короче, знаешь что? А? Вон отсюда. Давайте вы тоже вон отсюда. Ты какой предмет любил больше всего? Я иностранные языки. О! Do you speak English, my friend? Yeah, we say five perfect sentences. Okay. This is the first program. We have our guest from Dagestan, our English professional teacher. Yes. In расскажи что-нибудь на английском, ты знаешь? Different language. Юсуп Омаров. Юсуп, welcome, yes. Welcome in our... Thank you, where is Сенька, верни мяч. Сенька, верни мяч. Ну как ты выходил, придумал? I'm sorry, this тихий. What's your friend for chance? Лина так в 8 минут.
Please, tell us, please, this is Islam. Yeah. This is not religion, this is man. How are you? Это английский, она так говорит, да? Yeah. This is Aslan, this is Aslan too. Oh, brother? No. Близнецы? No. Тёзки, тёзки. Ah, yeah. This is тёзки. Тёзки. You may sit in the middle of them and you may wish your желание. Yeah. You постоянно говорит, okay? Yes, yes. I'm pausing attempts, so nobody know английский здесь. Okay, okay. Скажи, пожалуйста, ты говоришь иностранные языки, только английский язык тебе нравится? Английский, испанский, французский. Что? Wow, давай. Parlez vous français? Oui, d'accord, s'il vous plaît, en français. Он просто русские слова коверкает. Успокойся, успокойся. Окей. Я говорю сион. Spanish, yes, Spanish. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Вот, это же испанский. ¿Qué pasa? Да, как переводится ¿qué pasa? Что стало? ¿Qué pasa? Tientos, mujeres, perquere, tiento, lакос, сисос. Ты сейчас что знаешь? Ну да. Понятно? Вот сразу видно, да, как человек передает эмоции. Непонятно, что говорит, но видно, что наезжает. Чистый мучач. Индийский язык, знаешь? Индийский. Yes, хинди. Давай. Number тренгендам ком. Number кентерне. Портрагай нагай. Как сказать? Давай вот. Дунияги. Ага, начинайте. Коинага. Ага, начинайте. Ага, ага. Тумзипя. Тумзипя. Ова, ова, что это? Ова, ова. Ты знаешь, как в Индии сигналят на машинах? Как? Пиар, пиар. Пиар, пиар.